Всем привет, вы на канале Лина Лайф. Сегодня будем играть в Майнкрафт. Я думаю побегать пока повыживать, потому что я достаточно долго не заходила в Майнкрафт. Он мне как-то надоел в одном моменте. И я решила, что ну, пора сделать пока перерыв и не играть. Но играла я просто без видео, для себя. Сегодня будем играть с шейдерами, потому что я хочу посмотреть на красивую природу. А можно играть на обычном Майнкрафте, но уже с мебелью. Вот. Заходим. У меня очень много было миров, но я ничего не помню. Еще я играла на версии 1.12.1, а потом сейчас увидела, что есть версия 1.21 уже. Ну и как бы там лучше, новее и все такое. Режим, давайте хардрок хочу поиграть. Почему-то очень хочется там, знаете, хочу увидеть, когда будем беломиться в дверь, чтобы она прям влетала. У меня всего один раз такое, наверное, было. Хоть Майнкрафт я уже и проходила, на видео просто для себя. Надеюсь, все получится. Блин, наверное, лучше щелкать клавиатуру, потому что... Черт, клавиатура, наверное, будет. Что-то у меня опять микрофон половины не ловит. Что такое? Секундочку. Я надеюсь, мне так будет лучше слышно. Хотя, блин, надеюсь, так будет лучше. Секунду. Господи, боже мой. Ну, надеюсь, будет слышно. Блин, что-то... Так, вот так. Надеюсь, вам будет слышно. У нас мы высадились в биоме. Вот, прошу внимания, как тут все красиво. Ну, вот тени, всякие всей природы, солнце, прям, знаете, вот блики. Вот эти вот кружочки, как на объективе камеры. Главное в снегу, конечно, не застрять. Мало ли, что я уже запомню из Майнкрафта. Так, ну, по классике начинаем с добывания, с добычи бревен для создания инструментов. И в будущем... дом построить, либо же все-таки жить в деревне. Но мне больше нравится селиться или строить дома рядом с деревнями, потому что я люблю, когда есть жизнь. Мне надо, чтобы был жизнь, была город рядом. В нашем случае деревня. Поэтому деревья рубим. Можно, конечно, найти иглу. Вот у меня, напишите в комментах, если знаете как. Я пробовала много раз, когда заходишь в иглу, там есть тайный ход. Если найдем иглу, я покажу. Там есть житель и житель-зомби. И нам таким-то образом превратить жителя в зомби в обычного жителя. У меня не получается. Там, по-моему, надо кинуть ему зелье, а потом яблоко или как-то наоборот. Но мне не получалось каждый раз расстраиваться. Расстраиваюсь как-то каждый раз. Ну, как бы, по-моему, все правильно делаешь, а он все равно не превращается. Но я в обычном мне погибают в итоге оба жителя. Так, там уже лето, то есть там теоретически север. Окей, я хочу пока на снежном биоме побегать. Мне кажется, тут посложнее, потому что тут меньше деревьев, еще вот этот вот снег рыхлый, который можете съесть. Ой, зайчик, милый. Тут у нас какой-то северный ледовитый океан какой-то прям вообще. Можно сделать лодочку и поплавать. Я хочу поплавать, потому что идти долго. Смотрите, какая тут красивая, реалистичная вода. Вы гляньте, как тут красиво. Очень люблю это все. Так, все доски делать не буду. Мне, в принципе, это не надо. Палки делаем. Мне кажется, слышно, как я мышкой щелкаю. Секунду. Ну, вроде не пишет, ладно. Создаем верстак. Создаем лодку. Угу. И заодно сделаем, наверное, кирку, потому что надо все-таки оружие. Кирку. Ну, мы, в принципе, все потом добудем уже все остальное. Вот, стой, подожди. Так, возьмем сразу камушка на всякий случай. Отлично. Достижение. Все-таки каменные инструменты лучше, чем деревянные уж. Спору нет. Ладно, над этим надо успеть. А вот мне было интересно, а ночь получается на зимнем биоме такая же, как на летнем и так далее? Типа на севере, по-моему, день меньше.
Так, добываем. Ой-ой-ой, все, так. О, белые мишки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, они меня сейчас съесть захотят. Там же это, знаете, когда. Ой, тут лед. А, я по льду каталась. Ой, прикольно. А! Ужас, ужас, ужас! Она меня съесть хочет! Она меня хочет съесть! Нет! Я же не трогала ее ребенка! Ну. Нет, ну блин. А как? А чё? А как мне делать? А как жить-то? Она оторвалась? А, фух. Блин, их тут так много этих медведей, что я забыла про них. Окей, а если по льду побегать? Ну, просто, наверное... Ой, а чё? А чё? Подожди. А, ой. Господи, кнопки забыла. Ой, так. Ну, просто тут можно хоть прыгать, а то на лодке тут управление у меня хромает чуток. Ой. Сейчас тут, наверное, вода откуда-нибудь польется. А, нет, настолько все замерзло, что вода не льется уже. Так. Ой, ой. Это, по-моему, медведь не мама, так что, наверное, не должна за мной гнаться. Ой, смотрите, как там красиво. Смотрите. Ой, все равно красиво, гляньте, какая красота. Ой-ой-ой, забыла про кнопки, подождите. О, господи, когда... А, нет! Нет, 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 говорила вам подлет не падать. Где? Во! Что-то прям страшно стало. Так вот, когда давно не играешь, потом все вообще забываешь про все. Я это вспомню, я все вспомню, обещаю. Еще у меня есть игра такая, как Hogwarts Legacy. Может, некоторые знают. Типа, ты там за главного героя побеждаешь магов, спасаешь мир. Там Ранрок, во. Есть. Что это? А! Извините. Что это? Кто это? Что это? А, это данж! Господи, боже мой! Так, какие у меня эффекты наложили ни на какие. Ай, блин! Нет, 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 нет! Ай, блин, куда я попала? Черт! Ёшки-макарёшки, я забыла, там же, если данж, то там тебя будут атаковать. А у меня хардрок. Ой, я по-любому сейчас умру скоро. Да блин! Ребята, что-то тут. Да, я забыла. Черт, ладно. Сейчас справим. Я думаю, что за линии? У меня вообще никогда таких не было линий. Что это? Ну не море шумит, уж точно. Так, мне нужно срочно найти еду, иначе я сейчас могу умереть. О, пустыня. Ну ладно, значит придется по пустынному биому пока пошагать. Так как тут треска появились? Ладно, начнем куда-то туда, куда глаза глядят. Там, по-моему, что-то есть. Не карта ли там деревня? Вот там у меня плюсик этот стоит. По-моему, похоже на деревню. Вода красиво очень блестит. Что такое красивое, когда играешь? Вообще, я надеюсь, тут данжа нет. Господи, где какие клумбы? А, это лед. Такой прозрачный. Кажется, что вообще по воде можно идти. Так, окей. Значит, пока идем по этому дереву, скорее всего. Возможно, так выстроилось, как будто дом. Ой, там кто-то есть. О, коровы! Привет! Нет, подожди, 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 подожди. Мне надо еду поесть. Извини, пожалуйста, я не хотела. Еще тебя, а то мне мало еды. Извини, но мне надо выжить. Ой, там, по-моему, курица, нет? Сейчас дерево стояло. Мне показалось. Нет, это снег был. Ну, еще последнюю, думаю, дорубить, и можно, в принципе, закончить. Почему коровы такие быстрые вообще? Оп, о, пшеница будет теперь для курицы. Ура! О, у нее даже кожа была. Прикольно. Так, дерево у нас, в принципе, есть, а вот камушек надо бы добыть, чтобы пожарить мясо, а то от сырого слишком мало толка. Но, думаешь, придется и сырое есть. Ужас. Каньоны. Маленький такой лесок, мило. Сейчас мы будем где-нибудь... Как вообще зайцев можно убить? Они же маленькие, такие прыгучие. Ну и милые, зачем их убивать? О, деревня, смотрите, это правда, кажется, деревня, да? Ой, нифига себе, тут песок, а тут зима. Ура, у них можно будет переночевать. А то, мне кажется, уже солнце садится. Потихонечку, да.
Это деревня Урал, значит, правда, был домик видно. Так, тут у нас каньон. В каньоне много руды, но, блин. Блин, тут уголь, железо, оно мне нужно. Так, ладно. Скорее всего, я умру. Правильнее было бы. А, о! Ладно, все хорошо. Просто я забыла. Так. Добываем тогда камушек. Двадцать три камня. Ну ладно, я все думаю, можно пока будет быстренько добывать ресурсы чуть-чуть, хотя бы факел сделать. Верстак и печку делаем. Скидываем мясо. Вот так и вот так. Все. Так, ну у нас, кажется, активно темнеет. А в темноту идти немножечко страшно. Накопаем пока земли, чтобы можно было построить мостик себе. Или пойти все-таки на утро пойти. Наверное, надо на утро, потому что я потом не выживу. Ну, ладно, один уголек добудем, так и быть. Сейчас там один за другим. Ну ладно, уголек добыли, все, ладно, ладненько. Сейчас дожариваем и идем. Там мне все-таки страшно. Первую ночь на хардроке лучше, наверное, хардкорде, по-моему, забыла, как называется. Уже темнее, темновато становится. Все, отлично. Теперь жизнь будет восстанавливаться. Все, супер-супер. Вот и наша деревенька. Бежим скорее, а то жить. Ой, тень какая. Смотрите, от меня тень есть. Это от луны или от солнца? От луны. Круто. Круто, круто, круто. О, ничего себе. Красиво. И тут, смотрите, есть еще биом. Следующий. Так, ну что, куда мы тут заселимся? А это игла или это дом? Это дом. Не буду мешать. Так, предлагаю поискать свободный дом. Господи, ну тут зомби. Помочь им двери позакрывать. А то бесстрашные какие. Если будут все дома заняты, придется залечь кому-то в гости. О, ну тут, в принципе, можно. Вот. О! Господи, боже! Блин, они же двери ломают. Господи. Ужас, первую ночь уже чуть не умереть. Ну, тут мясо. Отлично. Ну все, если я буду стоять здесь, меня никто, в принципе-то, не тронет. Трубу бы сделать. Там, по-моему, то ли деревня. Вот видите, да, там что-то горит как будто. Что это, интересно? Что так быстро зомби-то? Я что, вкусная настолько, что ли? Надо было в деревянного дома все-таки дойти. Просто мне страшно. Он ушел или нет? Если я открою дверь, у меня оружия нет. Так, ну я могу добежать вон до той иглы, но она на краю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, нет, крипер, 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 крипер. Мне нельзя на улице быть. Не-не-не. Дорогой мой железный человек, спаси меня, пожалуйста. Они меня хотят убить. Все вместе хотят. Привет, я у тебя тут поночую, дружок. Ты не против, я надеюсь? Да уж. Так, я пока от этого мне мясо появилось, воспользуюсь твоей печкой. Надо бы, конечно, поспать, но выгонять жителя не хочется. Но если я посплю быстрее, по идее, все бы закончится. Надо же все-таки, чтобы интересно было, да? Поэтому мне надо не выж повыживать, не выживать, да? Умереть, видимо, мне надо, да? Чтобы интересно было смотреть. Ладно, окей. Страшно до жути. Берем меч. Ну, мы немножечко побегаем по улице, да, найдем нам все-таки где лечь. И все. Я не хочу пока рисковать. Свинюшка. Страшно. Коптильня. А, плавильня. Ну, коптильня, плавильня. Прикольно, тут окошки есть.
понаблюдать можно. А, подожди, если я сейчас снег сломаю, окно тоже сломается? А, его нельзя сломать. Ладно. Выходим. Идем в следующий. Тут, по-моему, места побольше. О, сундук! О, хлеб! Господи, это ж так круто! Хлеб, ура, ура, ура! Ну, повезло, это, видимо, баня. Ну, печь, видимо, да, баня. Прикольно. А я знаю, что в еловом лесе... Лесу, в еловом лесу. Есть бани, и там обычно довольно прикольные вещи. Там прям ванна есть, печка. Там довольно красиво. Напишите в комментах, какое ваше любимое животное в мире Майнкрафта. Ну, вот, ну, не животное или... Как? Мобы. Любимый моб в Майнкрафте. Мой любимый моб, наверное, это лиса, мне кажется. Она такая красивая, милая вообще. Наверное, все-таки лисичка будет. Еще я достаточно много строила домов. И по гайдам, или не по гайдам, или просто сама придумывала. У меня их очень много разных красивых домов, которые я строила рядом с какими-то деревнями в основном. Но, как я и говорила ранее, я очень люблю строиться рядом с деревнями. Ой, там есть это, грядки. Так, надо бы быстрее закончить эту ночь. Чтобы закончить ее быстрее, нужно правильно найти жителя, который бы был не против одолжить мне свою кровать. Житель, извини, но для нас это будет быстрее. Ну, не надо, уйди. Спасибо. Не выходи, все. О, ладно, выходи. Ой, все, солнце встало. Ура, сейчас будут все мобы догореть. Кошечка. Или это аксолотль? О, нифига себе, тут мобов. Сколько горит. Я думаю, пособирать их плоть, потому что за плоть иногда торговцы что-нибудь прикольное могут дать. Ну или нужное. Так, где у нас еще мобы горели? Ну, я не знаю, ладно. Так, я хотела подобывать вчера в каньоне. Но не получилось, что это такое. О, уголь. Уголь можно и взять. Почему бы нет? Пригодится. Экономнее дерево. Так, секунду. Мне надо ответить на звонок. Алло? Я занята. А, возьми. Оф. Так, срочно уходим так. Чё их так много? Я сейчас забуду, где я была уже в каком каньоне. Всё, иди сюда. Вот иди сюда. А вот не достанешь. А вот нет. А вот иди сюда, смотри. А я вот так сделаю. А вот так. О, блин, а чё вы такие умные-то, ребята? Не, я думала, они просто вперед пойдут. Еще и пауки. Ну, пауки же, типа, они не нападают, да? Ну, типа, днем. Где он? Ужас, сколько тут монстров! Я уже забыла об этом. У меня голос пропадает. Так, а где-то тут был каньон, я все-таки думаю его найти. А в той стороне был огонек, да, насколько я помню? Надо будет оттуда прогуляться. Подожди, что, житель до сих пор спит? Показалось, ладно. Когда ты долгое время первый раз заходишь в Майнкрафт, что-то тут вот, так долго некоторые вещи доходят вообще. Когда давно не играешь. Ну вот, я скоро на лето вот уеду в отпуск, как бы, с родителями. И меня не будет месяц в городе. Ну, наверное, плюс-минус. И на компьютере, конечно, не смогу не снимать какие-нибудь видосики. Поэтому либо я буду делать с телефона, но вряд ли, потому что у меня очень быстро заканчивается интернет. А у меня игры, ну, либо сетевые, либо очень много, которые беру трафиком. Поэтому что-то потеряла этот каньон. Что-то вообще, в какой стороне он был. Ой, у меня закончилось. Ну, очень много трафика уходит, а чтобы выложить видео, надо, чтобы телефон очень долго работал. И не факт, что получится, поэтому не обещаю ничего. Но буду рада, если поймете. Хотела поблагодарить вас еще за комментарии, очень приятно. Я читала комментарии, мне кажется, больше всего там хороших комментариев. Ставите лайки на видео, тоже спасибо. Я потеряла каньон.
Ну и, конечно же, огромное спасибо вам за 10 тысяч подписчиков. Я очень рада, что они у меня есть, хоть я этого, наверное, не заслуживаю, поэтому буду стараться, чтобы доказать, что заслуживаю этих подписчиков. Так. Господи, он зеленый какой. Ой, кошечка, кошечка, для меня проще так ее назвать. Где каньон? Опять в среди белых снегах потеряла. Вот он, вот он, вот он, вот он, это он, это он, это он, это он, вон моя земля, вижу мою землю. Так, главное сейчас не торопиться. Так, а, нет, надо сначала посмотреть, где у нас руда находится. Так, руда у нас находится напротив... На вот этом вот угле, уголке. И, в принципе, наверное, все пока. Тут на этой стороне не вижу, чтобы прям много было. Вот, убираем снежок. И давайте покопаем. Ой-ой-ой, правила Майнкрафта, нельзя так вставать. А то, может, там будет обрыв, как здесь. Расчищаем себе площадочку чуть-чуть для работы. Так, ну тут я вижу, у нас есть труда, поэтому можем покопать так. Деревянной киркой добывается, да, уголь? Угу. Спасибо. Ничего себе, сколько тут всего. Какой богатый внутренний мир. Музыка прикольная в Майнкрафте. Так, сколько у меня угля? 13. Ну, если учесть, что торговцы что-нибудь дадут за этот уголь, то, думаю, можно покопаться. Конечно, лучше всего это железо. Из него можно больше всего сделать, больше вещей, и оно, мне кажется, более востребовано. Особенно играя на хардроке. Блин, как правильно я забываю, хардкор или хардрок? Игра слов какая-то. Так, ладно, если идти дальше вот по этим кубикам. Может спуститься, думаю, вниз. Ну, типа, лучше будет видно, тем более день, бояться-то нечего. Ну, как вариант. Так, для начала ставим верстачок и сделаем себе каменную кирку. Потому что моя сейчас сломается. Да, теперь я вижу там источник, ну, водяной. Откуда, я не знаю. Можно до него как-то дойти и спрыгнуть бы. Или... Блин, по-моему, тут высоко, мне кажется. Блин, не получается. Не получилось чуть-чуть. Так, отсвечивает чуть-чуть солнышко, но ничего. Ходить вглубь пока я не рискну, потому что, считайте, новичок, теперь опять Сюзанну вспоминать. Когда долго не играешь, как заново начинаешь. Чё-то я не вижу здесь у меня ничего. Железо вроде видела, у тебя уголь вижу в основном. Чуть странно как-то. Или это солнце так отсвечивает? Хорошо, если подняться наверх. Сверху посмотреть. Угу. Мне кажется, что это был уголь. Или мне показалось... Ой, не уголь, господи, боже мой. А, железо. Или мне показалось, что он тут был. Пока будем смотреть эту сторону, все. Так, вот где я копалась, собственно. Тут, по-моему, ничего нету. Окей, здесь от стороны. Ай, блин, это этот. Угу. Ой. Так, ну, видимо, каньону ловить больше нечего, так что можно идти. Обычно тут много, мне кажется, ресурсов. Как-то в основном нет.
Так, ну что, у нас есть выбор пойти в лес, но и бьём, либо пойти опять по морям, по океанам. Не знаю даже, какое выбрать. Блин, надо вернуться в деревню и найти этот огонек. Я же туда хотела сходить. Прогуляться, как говорится. Побежали, найдем этот домик и поймем, в какую сторону нам идти. Так, вот этот домик. И идти нам в сторону. Ой, красиво, все-таки все тут отражается. Вот туда. Ой-ой-ой, не, прыгать не буду. Думала, сейчас допрыгну, но, видимо, нет. Будет спуститься хоть чуть-чуть поаккуратней. Что за генерация? Так. Думаю, может, кровать у них взять? Ну, это хардкор. Ну, так, нет, давайте посмотрим, сейчас, как он называется. Настройки сложная. Не написано, да, у меня в итоге какой? А, так, настройка серьезно нет. Сложные, все нормально. Внешний вид, настройки. По-моему, тут нет ничего. То, что нужно. Ладно. Уровень мне сложный. Взять, не взять кровать, думаю, как. Ну, нет, будет интереснее, если я сделаю сама эту кровать. Так. Так, ну это здесь. О, серьезно? Это домик? Значит, я была права. Но это не деревня, тут всего один дом. Место, кстати, очень красивое. И уже закат? Нифига себе. Как быстро солнце зашло, а? Смотрите, как тени бегут. Ничего себе, закат какой быстрый. Очень красиво это выглядит. Так быстро солнце зашло? А, нет, смотрите, тут немножечко есть. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть домиков, кажись. Тут у нас, видимо, живет кто-то. О, баня. О, поножи, ура! У нас еще еда будет, отлично. На ночь найдем себе домик, в котором будем жить. Ой, как красиво у вас. Снежки можно бросаться. Свекла это довольно хорошо, потому что ее можно поесть. Значит, нужно. Голем, привет. Чутка напугал меня. Пока я не вижу тут зомби. А в прошлую ночь на меня прям налетели, как будто я последний тут живой человек. Или они за мной по пятам ходят, так что я на них внимания не обращаю. Мне потихоньку становится страшненько. Тут еще одна есть. Еще один дом. Ух ты! Ничего себе, тут как ярко. Коврики, конечно, вроде как красивые, но я, наверное, брать их не буду. Можно добежать до соседнего дома. Не вижу тут никаких мобов враждебных. Нет. Так, секунду, сейчас. У нас ролик, по-моему, уже 30 минут идет, вроде ничем таком не занимались. Да. Многообещающая постройка, знаете. Все, последний домик бежим, и там выгоняем жителей, видимо, опять, к сожалению, и ночуем у него дома. По-быстрому, по-быстрому, по-быстрому. Привет, друг. Картошка. Отлично. Снежок, семена. Все. Я, извини, очень, правда, стыдно. Я забрала у тебя еды. Да ну не, ну кто пришел? Ну не ребята. Ладно, да прям здесь точка возрождения, на нее при всем желании не лягу.
Как думаете, жители обидятся, если мы тут подправим чуть-чуть дом, крышу? У нас не хватит, наверное, на блок снега. У нас хватит. Ура! Тогда мы ему сейчас стенку сломаем тут. Чтобы у нас тут хоть что-то с миром внешне было. То он как-то закрылся тут весь такой. О, привет. Хочешь, я тебя так побью? Иди сюда. А! Нет! 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 Ты как дверь открыл? Ты как дверь открыл, дорогой мой? Уйди! Уйди! Ах ты житель! Ужас! Я испугалась! Ты, блин! Ужас, я испугалась! Это житель дверь открыл! Блин! Какого черта вы тут гуляете вообще? Все, уйди, дай поспать. О, господи! Повезло, что у меня был меч в руке. Все, ходим с мечом. Держи тебе тут блок. Все, починила я тебе стену. Ой, я испугалась еще сюда уж. Ой, сколько их тут опять, этих зомби. Ну, пойдемте плод пособираем от них на льду. И потом пойдем дальше, уже по зеленой траве. Блин, вообще. Ой-ой-ой. Так, блин. Красиво, красиво. Тут все так блестит. Ой, стрелы. Отлично. Бамбук для сахара можно сделать. Я собрала сюда. Еще кости. Ну, по-моему, больше ничего такого нет. Ну, он плоть вижу, по-моему, валяется еще. Ну, пауки же обычно днем хорошие, да? Они не нападают. О, эндермен. Но они же не хорошие, да? Если я к нему подойду, он меня не будет трогать. Нет, не будет, отлично. А вот и наконец-то биом, в котором мы наконец-то, наверное, сможем сделать себе кровать. Потому что овцы тут водятся в этих биомах. Так. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Это видео я сейчас записываю где-то, секунду, число скажу, 27 мая у меня сейчас пока записываю. Надеюсь, смогу быстренько выложить. Поэтому хочу поздравить с наступающими каникулами, которые наконец-то будут целых 3 месяца. Лично я их очень